Привет. Вот очередная машинка с градом зашла. Градик везде хороший такой. Вот такие вот они градины. Везде хорошо побило. Вот будем делать. Уже я ее ковыряю, собственно. Тут кое-где он прогалина уже есть. Тут побито все было. Металл, я бы сказал, не очень приятно делается. Вот почему? Потому что я привык острыми крючками работать. Тут это не получается. Работаю классикой. Вот таким крючочком. Вот, обязательно с подмоткой. Вот, в качестве подмотки использую вот такую простую тряпочную изоленту. Копейки стоит в хозмагах. Оно, в принципе, выручает хорошо. Вот, как мы можем видеть, мятинки тут довольно-таки большие, и их много. Вот, особо снимать это не буду, но вот поделился, так сказать, тем, что я работать люблю вот такими крючками. Вот. У меня большинство крючочков с острыми окончаниями. Вот, все довольно-таки, куда ни кинь. Вот, поэтому металл такой немножко неприятный. И чтобы плавно выдавливать мятинки, приходится делать с подмоткой. Вот здесь, конечно, крючками не подлезешь. Вот, приходится это все делать клеем. Вот такие вот, для сравнения, палец. Ну и тут по бокам тоже. Потом сниму. Сначала сделаем крышу. Потом надо будет заняться капотами. Потом уже бока, крылья. Ну, в общем, обычная работа. Градовая машинка.